Что это за отмена должна быть перед Творцом? Вот как ее сделать для того, чтобы был первый контакт с Ним? Это то, что мы должны научиться. Невозможно объяснить это одним словом. Отменить эго — это тоже, что называется, что я отменяю. Творец создал злое начало, я могу отменить его? Но я могу подняться над своим эго силой, которую я получаю свыше от Творца, и сказать Творцу: сделай с ним то, что нужно. Вот так, хотя это целиком я, сделаю то, что нужно. И так это произойдет. Только в таком виде. Но это я должен как-то так включиться в товарищей, чтобы из этого состояния... Об этом мы будем говорить. Не сразу ты задаешь все вопросы до конца. Все. Как исполнить это, еще будем говорить.